Ребята, перед ЛП рекомендую вам посетить канал Tonki Online Channel. На этом канале выходит летсплей по нашей с вами любимой игре. Уже 271 подписчик и 11 летсплеев, так что реально советую подписаться. Кликайте на аннотацию или переходите по ссылке в описании. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Берик, сейчас мы поиграем на карте Ущелье. Ребят, это очень прикольная карта, у меня ее, кстати, никогда вроде бы не было в ЛП. Поиграем на сочетании Вика Смока в Тине. Ребят, вот такое вот у нас дерзкое сочетание, выносим всех с флажка, чтобы нас тут вообще не разнесли, потому что, как видите, здесь очень и очень дерзкие противники, даже очень и очень дерзкие мои друзья, можно это так сказать, потому что сейчас кинул ссылку в чат, поприглашал всех. Так, давайте передадим привет. Так, привет Илья Норовай, Серега Ветер Свободы, Серый, Мистер Носорог, Димон Турбо, Даня J8. Так, Серый там с флагом потерянным лежит. Так. Потом Андрей 1236, Миша Град 57, Про АИМ, о, и я тут в глайде. Потом Саппер, Серега Голголов и Леха Килфил. Так, вот, ребят, понагибаем просто по флажкам. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да уж, не очень удачно. Ну ладно, 1-0 мы уже, как видите, проигрываем, ребят, на Вика Смоге тут вообще не очень-то мне круто. Вот. Так. Напишем, отвлекся, играем. Все. Так, ребят, давайте-ка возьмем. Сейчас. Ах ты ж, блин, Миша. Ах ты ж, Миша. Ой, ты Мишаня. Да ну нафиг. Да ну нафиг, ребят. Мы сейчас что ли опять продуем? Ладно, так, мы тоже взяли флаг. Так, надо Димона спасать какой-то. Ну, Димон Турбо. Так, блин, нет, все, мы ничего не сумели здесь сделать. Так, ребят, давайте-ка мы пойдем, что мы сделаем. Так, чувак, сори, я вот тебя заберу. Вот, пойдем, давай, наверное, на фолке что-нибудь здесь будем предпринимать. Ой, как хорошо, ребята, лаги на нашей стороне были сейчас. Потому что Серега залагал очень конкретно, и... Это, в принципе, нам оказалось очень и очень даже в плюс. Ребят, сразу хочу вас обрадовать, то что около Нового года, даже быстрее, наверное, чем Новый год, то есть у меня пару ребят захотели заказать пиар, и, возможно, ребят, возможно, я поднакоплю сумму и все-таки... Ух ты, ё-моё. И все-таки куплю себе новый микрофон, ребят. Ну, микрофон реально будет дерзкий, и будем с вами побольше попилить, потому что у меня будет и больше времени, и больше всего. Тихо. Давай. Ой. Кто это у нас тут на воспарельке в минус упал? Так, я думаю, его там разберут наши, хотя даже я очень сомневаюсь. Так, кто у нас тут? Давай, Димон, ставь флаг. Отлично, 2-1, ребят. Так. Тихо. Так. Это мы взяли. Сейчас, ребят, ждем Дашку. Так. Это понял. Там вот кого-то надо. Ага. Не попал. Ладно, Даха. Мы взяли Даху, ребят. Да? Да, взяли. Вот, давайте сейчас погоним за флажком опять-таки. И... так, тут какой-то рикошет. Тарас 13. Я его не знаю. Ему, может быть, тоже давайте передадим привет. Чувак, тебе привет. так, отлично, мы вынесли. Вот, Андрей 1-2-3. 6, ой, меня сейчас завалят, ребята. Проим меня завалил. Это, ребят, правда печально, потому что сейчас счет будет 2-2. И поэтому, да. Поэтому нам надо тащить. Ой-ой-ой, как меня тут сбили прицел. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, он в минусе, да, ребят, он в минусе. И поэтому, отлично, даже флаг скинул, походу, специально. Давайте подберем сейчас эту нитру. Вот, и, в принципе, поедем за нашим, так сказать, флажочком. Так, ребят, давайте вот так вот поедем. Ребят, я сегодня даже совершил такое благородное дело, то есть, думаю, каждый из вас находил какую-нибудь сумму денег, и вам, конечно же, хотелось ее ставить себе, но
Точно такая же ситуация у меня случилась сегодня, и я нашел очень немаленькую сумму денег и подумал то, что, ну, у меня было два варианта: либо оставить себе и буду я чувствовать себя какой-то крысой, либо сделать добро, отнести там, не знаю, директору или еще кому-нибудь, потому что, ну, я нашел в школе, вот, и получается то, что, блин, я вот представил себя человека на этой ситуации, вот, я захотел себе пойти купить микрофон, оп, я потерял всю сумму, и, блин, человек, который найдет, он оставит это себе, вот это будет облом, а вот если какой-нибудь добрый мальчик, вроде меня, отнесет эти деньги к директору, то я, соответственно, ему скажу, и скажу то, что, вернее, скажу сумму, которую я потерял, соответственно, я верну все эти денежки и куплю себе нормальный микрофон и буду пилить ЛП. Ну, в общем, ребят, что-то вроде такого. То есть, конечно, если бы я уже вообще не нашел этого человека, то есть, никто бы не объявился. Воу, Серега что-то вообще лагает. Вот, если кто-то бы вообще не объявился, конечно бы, я не знаю, сделал бы что-нибудь тоже благородное, может быть, конкурс там какой-нибудь устроил. Кстати, ребят, насчет конкурса. Очень буквально скоро стартанет конкурс на 500 тысяч кристаллов, ребята. 5 сотен тысяч кристаллов. Это немыслимо большое количество кристаллов, потому что... Опа, наш флажок. Так. Потому что будет, ребят, 5 победителей по 100 тысяч кристаллов получит каждый, в принципе. И, ребят, я не знаю даже, как выбрать. То есть, наверное, 3 человека будет с моего канала и 2 человека с канала Жеки. То есть я это видео, конечно же, размещу у Жеки на канале, вот, и получается, чтобы большая аудитория была привлечена, и то есть у каждого были шансы, вот, насчет этого конкурса это будет 100%, вот, но если бы, к примеру, я вот эту вот сумму, которую я сегодня нашел, никому бы не отдал, то есть повел бы себя как жлоб, то либо я бы себе задонатил, как полная крыса, либо, я не знаю, там, точно бы устроил конкурс уж уже на миллион, может быть, кристаллов. Ну ладно, ребята, это, в принципе, просто я решил, так сказать, типа, поделиться своим добром, то есть я вот в основном иногда делаю добро, иногда не делаю, то есть я постоянно исхожу из ситуации и предпринимаю в основном, ай, решение. Так, не удалось мне сейчас взять Дашку, обломала мне вот этот вот рельс, вот этот вот рельс в синей краске. Вот, перевернули на Серегу. Я так понял, он уже долетается, да? Насколько я понял, да? Да, нет, блин, возвратил чувак флаг. Вот, и в принципе, ребят, вот такие вот, так сказать, дела. Так. Чтобы такое сделать? Чтобы делать? Мы, ребят, в принципе, тащим, потому что... Оп, как мы рельс убили. Отлично. О, Серега, ну что ты тут? С флажком едешь, да? Опа. Так, зря, конечно, взял сейчас Дашку, потому что мне было бы круче ДДху взять. Тихо, отлично, его завалили. В принципе, этот дикарик меня немножко напрягает. А вот, ребят, насчет точки, я вообще не знаю, где тут точки, то есть, где тут падать голдик будет, я вообще не в курсах, так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что ты тут, Тарас, Тарасик, делаешь, давай, валимся, 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 оп, неожиданный крит, и отправляйся на респ. Так, у меня, в принципе, даже ДДХ уже отреспалась, ДДХ откадешилась. Вот, давай, чувак, бери аптеку, отлично, ага. Блин, зря, зря, зря я сейчас... Да, зря я сейчас поставил минку, потому что лучше бы я, так сказать, аптеку бы схавал, чем взял, вернее, поставил минку, потому что реально аптека была бы мне сейчас нужнее, меня бы не вынесло вот это вот рельса. Так, ну давай, чувак, что ты тут? Ха, не попал. Воу! Тихо, тихо! Мина! Мина! Да, ребята!
Отлично, вот, ну прям вот классно. Вообще затащил, хотя и в минус лег, но ладно, я, кстати, на первом месте, и у меня нормально так очков. Там, правда, Серега, который скиллен забуд, лег в минус. Так, флажок, флажок наш там. Серега, дай мне флаг, пожалуйста, я тебя прошу, стой. Стой, не скидывай. Нет! Ну, блин! Димон! Димон, отдай мне флаг. Отдай ему флаг, это мой флаг. Мне его должно быть... О, отлично. Ха. Вот, так, отлично, мне его скинули. Блин, вот, ну взял же, ну я взял же броню, ну ё-моё. Даже вот специально аптечку не стал хавать, но, к сожалению, меня вынесли. Вот, но ладно, ребят, все же это бывает, мы не будем расстраиваться. Так, там я вижу, против меня уже зевсы понапячивали, всякие там скалы, ой, какие скалы, саванны, вот. Так, только я флажок что-то не вижу наш. Где он? Где ты наш флажок? Так, вон, дикарика надо выносить, потому что он реально серьезный тип. Кто это? Кто это меня там мутухает? Кто это? Проим. Кто такой Проим? А, Проим это Вика, по-моему, Смока в чем там? В Продиге. Ой-ой-ой, Серегу надо подменить. Вон, кстати, этот Проим. Так, Серега, давай мы, я с тобой. Так. А! Ой-ой-ой-ой-ой. Help. Help. А! Еще мне впячили тут рельсу и мина. Ребята. Вот я лох. Вот я лох. Вот. ну знал же, что он там мину поставит. Но на самом деле я не знал, но это, в принципе, было очень и очень даже предсказуемо, потому что, ну блин, ну, настолько уже лохануться мог только я. Вот этот проим реально меня немножко подбешивает. Ладно. Думаю, кстати, вот то, что звуки клавиатуры еще не очень сильно слышны, потому что я, как вы знаете, ну, вы, думаю, уже все знаете то, что у меня еще с микро проблема, то есть я об этом уже буквально 10 минут назад говорил. Вот. И получается то, что... То, что... Я не знаю, в общем, я отвлекаюсь на бой. В принципе, там смоки и рельсы саванны, ребят, тут вообще в тему будет, но, к сожалению, у меня нету данного, так сказать, агрегата. Реально, ребят, смоки, рельсы и рикошеты. Больше у них ничего нету. И... Так, Серегу мы там вынесли, да? Ой, 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 ух ты, ё-моё, ребят, вы это видели? Да-да-да-да-да-да! Тихо-тихо-тихо! Ну-ну-ну! Блин, не вынесли. Мы не вынесли его, но, ребят, были такие шансы. Так, ну, давай. А эти сбил. А, он даже не обращает внимания. Так, давайте вот этого маленького чувачка, чувачок. Повалим. Так. Так. Я жму, ребят, еще так сильно на пробел, то что я думал, вы там сейчас сидите и просто глохнете от моих вот таких вот нажатий. Так, давай, Серега. Серега едет на Серегу. Воу! Давай, потащим. Зачем? Ведь брони нету. Ну ладно. В принципе, давайте дождемся брони и дождемся ее здесь. Ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Нет! Твою же. Ладно. Думаю, мы хотя бы как-то перехватить сможем или нет. Так, ну нет, ребят, у нас не было тут никаких шансов. Да, он на несколько выстрелов. Серега здесь тоже баргурит, баргурит. Вот, кстати, ребят, мы сделали видос, то есть на конкурс «Чудеса на виражах». Ой, на какие «Чудеса на виражах»? «Мастера паркура». То есть, ребят, мы засняли видосик, я думаю, получилось прикольно. Я думаю, многие из вас его видели. Он там сколько минут тут. Фух. Так, просто, ребята, валим. Никакую аптечку не будем. Вернее, никакую мину ставить не будем. Просто на аптечку будем нарабатывать. На аптечку нарабатывать. Так, ладно, мы его выносим, да, ребят, мы его выносим. Его в минус от. Вот, в принципе, сейчас берем броню, вернее, нитру, и. Да, вот флаг. Яй-яй-яй-яй! Как же все плохо! Аптеку, ребята! Не поверите! Только вот. Ну. Через секунду хотел включить аптечку, но. Минка
этого Сереги Голдова. О, скинь флаг. Серег. Что-то много на сегодня, Серег, ладно. Если он не хочет скидывать флаг, мы, в принципе, поедем. Вот этого про има нагибать. Он меня немножко вот так вот бесит. Бесит. Кто не знает, есть в фотошопе такой шрифт бесит. Ох ты, ё-моё, как тут Ильюху понакручивала. Просто он реально, он со своей смокой критует там всех. Ну, в принципе, как и я, но... Я думаю, вы знаете то, что я не люблю, когда меня нагибают. Все такое. Вот, и в принципе, ребят, насчет мастеров паркура получилось, в принципе, более-менее. У нас, мы хотели это заснять, потом это все как-то затянулось, некоторые ребята не пришли, и получилось так, что просто не хватило времени. Мы, считайте, засняли все за где-то часов 6, потому что, ой, там вообще по скилловому Серега слил. Часов 6, получается, да, мы, ребят, в субботу с утра где-то с 10 до 2, это 4 часа, и вечерком, ух ты, ё-моё, нифига его тут шатает. Так, сори, оп, вот так вот, давай, прыгай. Вот, субботу где-то с 10 до 4, ну, до 12, вот, блин, до 2 часов дня, это считайте, это сколько там, да, 4 часа, как я уже сказал, и что еще, так, ха-ха-ха, давай, чувак. И вечерком еще где-то с 7 до 9. Да, вот, ребят, да, кстати, где-то 6 часов. Да ты заколебал. Так. Ну, блин, ну, не получилось, ладно. Вот, и получается, ребят, потом я пошел спать, проснулся где-то в воскресенье и... Буквально, ребят, за часик, это даже меньше, чем за часик, все отмонтировал, потому что я хотел дофигища классный эффект добавить в Adobe Premiere Pro, то есть, кто увлекается монтажом, тот знает, что за программа и для чего она. Вот, возможно, вы видели у дотовцев, то есть, у них такой прям супер slow motion, кто не знает, slow motion это такое, что ли, замедление времени. Вот, и получается, у них он просто офигенный в несколько... десятков раз видео становится медленнее, и это, ребят, блин, ну хотел опять взять, блин, эту дашку, но не получилось, потому что наши ЗКД, к сожалению, вернее, у меня время вот так вот постоянно подходит к тому, что постоянно, что я говорю, то есть у меня постоянно ЗКД заканчивается тогда, вернее, сейчас закончится, но меня уже сольют, и у меня есть выбор, либо ждать броню, либо брать аптеку, соответственно, вот, блин, ну, ну ладно. Вот, и получается, ребят, то, что отмонтировал я. Вернее, отмонтировать хотел я просто офигенно, но, к сожалению, не получилось. И да, минус. Но, ребят, мы добьем, потому что он в полуминусе. Оп, отлично. Вот. Отлично, вообще вот прям вскрита крит вовремя. Так, кто-то там еще на М1 зашел. Хонуоу. Прикольный ник. Так, вот, ребят, в принципе, время закончилось. Пишем СПС всем за игру и просмотр. Так, ладно, написал в тимчат, ну ладно. Что-то я сегодня неважно себя чувствовал. Ладно, ребят, говорю вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на мой паблик и паблик GreedTank. Соответственно, все ссылки в описании. Всем удачи и всем пока. 1, 3, 2, 1, 2, 1.